До свидания. No, miss Всего Lam. Доброго. No, спасибо, Марина. No. The contract holds, yeah. See you in a weekend at home. Okay, all the best. Bye. Да, алло. Okay. Да, Галина Сергеевна? Okay. Ваш сын здесь. Даю. На, мамочка. Алло, мам. Да, привет. Приземлились только снежно. Объявляется регистрация билетов и оформление багажа. Так, ну что, да не было еще. Да, елки-палки, что ты стоишь? Все, встречаю. Да. Помочь? Помоги. Не надо это трогать. Идут. Где? Вот, показали. Ну, за мной. Дед в Сибири. Да. Роман Васильевич! Сколько километров? 100. 100 километров от Красноярска. Здрасте. Давай. Целую. Целую. Пока. Ну что ж, здоровья, удачи и силищи, дорогой Роман Васильевич. А? Вот кадры. Как долетели-то? Хорошо? Хорошо, спасибо. Ну, мы тоже тут подготовились. Это будет лучший ваш филиал, самый лучший филиал. Я уже подобрал тут несколько вопросов буквально. Вот все вопросы коллегу. Это мой заместитель, пожалуйста. Ну что ж, здравствуйте, Олег. Алло. Я вот что подумал. Да, Людмила, да. Хорошо. Долетели хорошо, все в порядке. Стажировочку, где персонал? Купи, купи какой-нибудь костюм, лыжный, да. Какого цвета, не знаю, ну купи синий. Хорошо. Ну, я понимаешь, не разбираюсь в марках, костюм. Не, я не злюсь, но ты купи какой хочешь. Давай, купи, целую. Внимание, встречаешь. Ну, я готов срезать ленточку. А мы уже этих ленточек понатягивали. Пойдемте, Роман Васильевич. Только на этот год у нас с бизнесом покончено. Как покончено? Не, ну мы обсудим, где стажировка ваша. Я вас спрашиваю, Степан Ильич, после Нового года? После? Да. А, ну как скажете. После так после, конечно. С днем рождения. С днем рождения ваш банк Файнс. И с Новым годом! Ура! Так, прошу вас. Благодарю. Ну и мне на память кусочек отрежьте. Всем на память отрежьте, кому что нужно. Прошу вас. С Новым годом! С Новым годом, коллеги! Степан Ильич, да? У меня девушка моя любит необычные ювелирные украшения. Необычные, понимаю. Понимаете, мы завтра рано утром улетаем. Может быть, сегодня организовать? А почему нет? Вы знаете, возможно. Вы знаете, у нас такой? Есть хороший, да? Ювелирный магазин, кстати, недалеко от гостиницы. Да, ну так ладно. Юра-то шофер, он же знает. О, он вас и довезет. Юра знает. Который, ну да, кудрявый такой. Только вам надо поторопиться. Потому что либо магазин закроется, либо самолет у вас... Нет, понимаете, в чем дело? Его девушка любит бриллианты практически в любое правило. Олег, если таких в Москве не окажется, это будет просто, ну вы понимаете. Кажите всех меня и все. И все будет. Хорошо, спасибо. Где гостиница? Да вот здесь, в двух шагах. Давай, езжай, мы сами поймаем. Наступающего. Наступающего. Вот. Это лучшее, что у нас есть. Да. И вот еще. Обратите внимание вот на это. Ты видел, что на улице происходит? Ужас. Снег, а ты машину отпустил. Поймай машину, посмотри. Угу. Как тебе? Снежинка. Так зима? Зима? Ну как вы? Берем. Прекрасный выбор. Ром! Да тяжело будет машину поймать, понимаешь? Поймаем. А ну-ка всем на пол!
подкинь до гостиницы центральной, а? Замерзли совсем. Отвали. А, понятно. Знаешь, поговорил, как воды напился. Очень гостеприимный народ. Пойдем ловить. Ну? Сейчас поймаем, поймаем. Это холодно, да? Олег, а? Давай пешком пойдем. Да мы не дойдем, замерзли. Здесь недалеко. Ой. Ой. Ой, простите, пожалуйста. Ничего. Добрый вечер. Добрый. Ты издеваешься? Мы девушек будем ловить или машину? Ты хочешь, чтобы я околел? Ну, правда. Пошли пешком. Да. Так я же здесь близко совсем. Пошли. Ром! Ты что, холодно-то, а? Ром, ты не знаешь? Я просто как собака замерз. Подожди, подожди. Это местный клуб какой-то. Пойдем зайдем. Да здесь недалеко совсем. Ну, пойдем зайдем. Выпьем по стаканчику и пойдем дальше. Ну, что ты? Согреемся, в конце концов. Я просто уже больше так не могу. Я замерз. Клуб какой-то начну. О, музыка, конечно. Ну вот. Здорово. Уютно, по-моему, очень. Нет, тебе не кажется? Там, очевидно, тоже все. Смотри, и музыка живая. Ну хорошо же, ну. Добрый вечер. Добрый вечер, чем я могу? Две водки. Хорошо. Скажите, а что у вас есть закусить? Ну, если вас интересует горячее меню, то придется подождать минут 45-50. О, не, ну тогда мы лучше пойдем в отель. Если быстро, могу предложить бутерброды. О, вариант с бутербродами. Давай сидим по бутерброду, выпьем, нагреемся. Самолет-то утром. Согласен? Музыку послушайте. У тебя бутерброды с чем? Ассорти. Прекрасно. Это много. Нормально. Наступающего. Пожалуйста. А сейчас для вас поет Полина. О, музыка. Я просто сейчас все съем. Цветов. Входил в мой дом о жизни поболтать. Он ничего не знал про любовь, но уверял, что умеет летать. Мой дивный Мюнхгаузен, мой сказочный барон. Небылицы рассказывай, но не говори, что влюблен. То ли есть, то ли нет тебя. Подожди, Олег, посмотри, по-моему, это та девушка, которую я встретил на улице. Посмотри, посмотри. Ты уверен? Ты же видел несколько секунд всего. Это она? Она, посмотри. Точно, посмотри на глаза. Вечный полдень на его часах. Безумно веря. А что у твоей Людки глаза хуже? Он облака разгоняет. Послушай, как ее зовут, а? Полина. Полина Голицына. Полина. Мой несказочный барон. Небылицы рассказывай, но не говори, что влюблен. То ли есть, то ли нет. Спасибо. Тебя разобраться бы самой. Но мне так с тобой весело, болтун возлюбленный мой. Узнав, что где-то в мире есть любовь, он по морю пустился без весла. Его фантазии вишневая косточка.
сердце мое проросла. Мой дивный Мюнхгаузен, мой несказочный барон, небылицы рассказывай, но не говори, что влюблен. То ли есть, то ли нет тебя, разобраться бы самой. Мне с тобой было весело, возлюбленный мой. Браво! Браво! А? Чё, механик? Порядок, сейчас поедем. Город Снежинск. Так мирно все отдали. Не зря мы сюда заскочили. Не зря. И касса хорошая. Тут и доллары, и рубли. Много. Хорош, хорош деньгами трясти. Доедем, до места посчитаем. Что? Теперь в Красноярск? У меня другой план. К утру будем в Ивантеевке. У Машки перекантуемся. Добычу поделим. И каждый своим ходом. Понятно. Поехали. Ага. Машки, перекатуемся. А? Ну, двигайся, расселся. Марина, добрый вечер. Здравствуйте. А мы с вами знакомы? Помните, мы... А, точно, я помню, это вы сейчас меня на улице поймали. Да, у вас хорошая память. Рома, добрый вечер. Дим, яблочный сок, пожалуйста. Будет сделано. Полина, Алина, я хотел вам сказать, что вы замечательно пели. Спасибо. Позвольте мне тоже представиться, меня зовут Олег Кузняков. Полина, очень приятно. Очень приятно. А вот ваш друг мне так и не представился. Да ты не представился. Ах ты, мистер Икс. Справься, ой, пожалуйста. Я забыл. Рома. Полин. А скажите, Полин, а он уже успел сообщить о том, что вы самое замечательное, самое прекрасное, что мы теоретически могли видеть в этом городе? Это правда. Спасибо. А вы что, приезжие? Да, знаете, так получилось, что мы гастролеры на день. И мне кажется, Рома хочет вас сейчас спросить. Могли бы мы вас, может быть, мы бы могли вас чем-нибудь угостить? Спасибо, не надо. Я должен тут пояснить. Дело в том, что мой друг некоторое время пребывает в дурном настроении. Mm. Вот сейчас, очевидно, его просветление связано некоторым образом с вашим появлением. Uh-huh. Это, в общем, отчасти, может, даже целиком правда. Вы здесь, очевидно, работаете, да? Нет, вообще-то я учусь. Учитесь? Да. Как интересно. Мне кажется, Ром, спроси у девушки, где вы учитесь? Я заканчиваю музыкальное училище. И здесь? Здесь, да. И каковы перспективы? Ну, я собираюсь поступать в консерваторию. Московскую, да? Нет. У нас очень хорошая консерватория, поэтому, скорее всего, буду учиться здесь. Ну что, ребят, мне нужно идти. Полина, Рома, Рома хочет задать вам вопрос. Может быть, мы вас могли бы проводить? Нет, знаете, у меня просто завтра экзамен, поэтому должна быстрее идти. Что вы говорите, у вас экзамен? Папа, по музыке. По музыке, как вы догадались? Потому что вы в музыкальной школе учитесь. Училище, Рома. И по какому предмету? История зарубежной музыки. Рома, у музыки есть история. Бах. Ну, я не знаю, Бах или, может быть, какой-нибудь другой билет.
Я, извините, пожалуйста, может быть, могу ли я вам завтра позвонить? Нет. А зачем? Я думаю, что лучше не надо. Мы здесь играем, и у нас здесь выступления каждые выходные, поэтому, если вам интересно будет, то приходите. Интересно. Суббота, воскресенье. Новый год мы здесь играем. Вот. Здесь же, очень да? приятно было познакомиться. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Да. Брошку! Что? Брошку давай. Брошку? Зачем? Давай, зачем? Давай, 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 давай. Рома! Полина. Здравствуйте. Да? О, это вам. Нет? Подарок. Спасибо. На память, просто на память. Спасибо. С Новым годом. Спасибо большое. Вас тоже с Новым годом. Может быть, тогда до встречи. До встречи. Спасибо. Спасибо, смешная. Ты, Рома, ты в своем уме? Что ты сделал? Ты только что... Брошь, ты подарил брошку за 10 тысяч баксов девушке, которую ты видишь второй раз в жизни. Ты понимаешь, что ты уже не успеешь купить ничего Людмиле. Но я влюбился. Влюбился он. Рома, да что с тобой? Она особенная. Знаешь, она все-таки особенная. Она как из другого времени. Со мной раньше такого никогда не было. Прям никогда, никогда с тобой такого не было. Да прекрати, серьезно. Ты видел ее глаза? Вот глаз не разглядел. Вернемся. Ты знаешь? Нет, точно, точно. Да? Я думаю, что ей тоже понравилось. Да. Да? Да. Да. Она так посмотрела на меня. Как? Как-то ласково. Ласково? Ты знаешь, когда она узнает, кто ты такой, она будет еще ласковее. В смысле? А когда узнает, сколько у тебя денег? Ой, прекрати. Она мигом из того времени перенесется в наше. А я ей не скажу, кто я. Я просто скажу, что я обычный служащий. Да, Ром. Да не может обычный служащий подарить брошку за 10 тысяч баксов. Ты своим поступком сам себя выдал, понимаешь? Да, но это был порыв души. Широка у тебя душа, брат. У меня не было ничего другого, я подарил ей эту брошку. Ну, понимаешь, ну а что делать? Да, она не понимает, что это настоящий камень. Да? Конечно. Конечно, он смотрел на это, как на стекляшки. А вот, кстати, папаша, твоя Людмила никогда против... таких подарков не возражал. То них почему-то это принято. Олег. Все. Я тебя прошу, давай не будем про Людмилу говорить. Все, хорошо, все. Молчу. Кажется, больше в этом году зимы вообще не будет. Полина, привет. Привет. Ну как зачет? Сдала? Сдала. Молодец. Теперь можешь спокойно Новый год встретить. Слушай, тут вчера эти, которые тебе брошку подарили, футляр оставили. На, возьми, пригодится. О, ух ты, спасибо. Пожалуйста. Ну, пока, Дим. Пока. До вечера. До вечера. Чуть-чуть заторопила. И вообще, давай к пятнице почище, ладно?
Ну, давай, беги, мама ждет уже. Так, что тут у нас? Ну, кефир. И вас. Спасибо. Спасибо, Таня. Да, маму обязательно поздравь, бабушку. Хорошо. До свидания, Боженька. До свидания. До свидания, мой хороший. До свидания. Ой, умница моя! Золотой ребенок. Так, не перебивай аппетит, сядь нормально за стол. Не, мам, не только попить. Да только разогреть. А для кого я все это готовила? Мам, ну нам еще сейчас елку наряжать. Нет, ну прелесть какая. Ну, мама, ну не хочу я. Пойдем. Нет, хорошо, а кто все это будет есть? Дядя? Дядя Коля пусть ест. А при чем здесь? При чем здесь дядя Коля? Добрый день. В эфире городские новости. В студии Наталья Кузнецова. Я и мои коллеги... Коль, ну смотри, как ты вешаешь. А, два одинаковых цвета рядом. Мам, нормально. Красиво наоборот. Слушай, а какой билет тебе достался? Мне достались австрийские классики. О! Прощальная симфония Гайдна. Да, плодовитый был композитор. Одних симфоний написал штук 100, что ли? Вчера впервые за последние годы произошло дерзкое нападение на ювелирный магазин. Перед самым закрытием магазина, около 10 часов вечера, когда покупателей уже не было, в магазин вошли двое мужчин в масках и, угрожая пистолетом, забрали это все у нас, что ли? Изделия с витрины. Кошмар, и деньги какой мужский. Значит, нам всем приказали лечь на пол. Вот. Один из них так все время кричал, страшно лежать. Вот. Ну, когда мы все поднялись, уже прилавки... Нет, я понимаю еще, когда голодные воруют хлеб. Но чтоб золотые бриллианты... Это первое подобное преступление за многие годы в нашем городе. Работники уголовного розыска предполагают, что в городе побывали так называемые гастролеры. Да, это работали гастролеры. На их лицах были маски. Поэтому результатов пока мало. А вы что, приезжие? Да, вы знаете, так получилось, что мы гастролеры, Надя. Это правда, да. Колька, глупенькая, ты чего расстроилась? Это ж к счастью. Так, где коробка? Наш ювелирный. Выглядели как нормальные люди, а оказались бандитами. Гастролеры. Как я могла не догадаться? Так, мне надо позвонить в милицию. Но почему-то мне не хочется, чтобы их нашли. Во всяком случае, с моей помощью. Все. Ничего не было. И я никого не видела. Ну как же не было? Было. Милиции слушает. Доченька, почему ты не спишь? Мам, я уже ложусь. Отделение милиции слушает. С наступающим вас Новым годом. Какая же я все-таки бесхарактерная.
Васильевич, уже второй раз прихожу и никак не могу упасть. Роман у себя? У Романа Васильевича совещание. Совещание. Ага. Знаю я эти совещания. Стойте, стойте! А ну не трогай меня! Каким совещание образом, общий у него. Итог? Здрасте! Здрасте. Роман Васильевич. Людмил, я занят сейчас. А с тех пор, как ты вернулся, ты всегда занят. У тебя постоянные совещания, на звонки ты не отвечаешь. Вчера было около твоего дома, твои охранники Людмила. Мне сказали, что тебя нет. Люда. А я видела, у тебя горел свет. Я вот не понимаю, что происходит. Людмила, здесь люди работают, ты мешаешь нам работать. Что? И в конце концов, скоро Новый год. А я совершенно не понимаю, где я его буду справлять и с кем. И мы летим в Сан-Морец или нет? Ты мне можешь ответить? Выйди из кабинета. Да. И не звони мне больше. Извините. Простите, Роман Васильевич, я ее предупреждала. Ну, а правда, ты в Сен-Морец-то летишь? Роман Васильевич, а? Мне гадала бабушка о крестовом короле. Оказалось, что живет мой суженый чужой земле, где же мне искать его, по какой идти тропинке, по ночам теперь не спать, смахивать слезинки. Доченька, извини, что я тебе мешаю, но у меня все-таки есть сомнения относительно длины. Встань-ка, приложи к себе. Сейчас. Подержи так. Знаешь, все-таки мне кажется, что длина должна быть вот такая. Нет, мам, не хочу. Доченька, ну это же Новый год. Ну это коротко. Ну это же Новый год. Ну это коротко, мам, ну было идеально. Да что ж ты у меня такой синий чулок? Ну почему синий? Ну было идеально. Только подумай, уже второй Новый год мы с тобой встречаем, брось. О, Господи, да если бы твоего отца не перевели сюда по службе, я бы такую карьеру сделала. А в этом городе что, а? Только музучилище. Хорошо, еще учеников хватает. Мам, ну здесь прекрасная филармония. Ну какая филармония? Сначала ты родилась, а потом папа твой заболел и умер. Мам, я тебя не понимаю. Ну что у тебя постоянно грусть какая-то? Ну ты живешь воспоминаниями. Тебе сколько лет? Тебе всего 48 лет. Дядя Коля с тобой сколько лет ухаживает? А при чем здесь дядя Коля? И потом, ты права, мне всего 48 лет. А тебе уже 20 лет, а у тебя еще нет парня, одни друзья. Это ненормально. Понимаешь? Ну, это просто здесь ненормально. Ну при чем здесь парни? Ну при чем здесь возраст? А при том, что сначала я устрою твою судьбу, а потом уже буду заниматься собой. Нет, ты должна поступить в консерваторию, а все остальное я уже сделаю потом. Быстренько поменяю эту квартиру на Новосибирск. В конце концов, мой родной город, там все родственники, ты будешь под боком. Ты думаешь, мне так легко отпускать тебя? Что я здесь одна буду делать? Волком быть? Мам, ну с чего ты взяла, что я вообще туда поступлю? Может, я не знаю, баллов не доберу? Дорогая моя, я знаю, что я говорю. Когда профессор тебя прослушал, он мне сразу же сказал, что с твоим поступлением вопросов не будет. И вообще из всей группы ему понравились только двое. Ты и Александр. Ну, я прошу тебя, ну, подумай о Сашке. Такой парень хороший, такой талантливый. Так тебя любит. А он не раздумал поступать, нет? Нет, не раздумал, но он поступает в Москву, в Гнесинку. В Москву? Господи, в Москву? Нет, что вам всем далась эта Москва? Вам там что, медом намазано, что ли? Мам, ну там лучше профессора, ну недаром же это Гнесинка. Да,
Знаешь, ты так говоришь, как будто сама туда намылилась. Я намылилась. Мы с Сашей договорились вместе поступать весной. Знаешь что, дорогая моя, никакой Москвы. Поняла? Никакой Москвы. И вообще, запомни, вот все хорошее, что я сейчас сказала о Саше, я забираю обратно. В Москву она поедет. Нет, ну надо же. Мам! Никакой Москвы, я сказала. Все! Мам, при чем здесь Москва? У меня другой вопрос. Так может, юбочку-то все-таки покороче, а? Мам, ты меня совсем не слушаешь. Ну при чем здесь юбка? Ты можешь мне ответить на вопрос? Вот скажи, бывает так, что ты встречаешь человека? А он оказывается не тем, что ты думал. А я что-то не поняла. А кого ты встретила? Мам, никого я не встретила. Я просто тебе задала вопрос. Пришел в голову, я задала. Ага. Ну, понятно. Да-да-да. Прошу вас. Да, Дим, да. Да. Да-да, ты правильно понял, я не лечу в Сен-Мориц. Ты можешь отдать мой номер Антону Фигуровскому. Давай, пока. Все, до связи. Ну, а что ты не летишь-то? Ну, я не хочу. А приходи к нам. Правда, приходи, я 1 января своих в Финляндию отправлю. Будет весело. Придет Андрей Альбертович с Жанной, Колька Рукавишников. Ванька сирота будет. Да, мам. Привет. Привет передай. Это Олег здесь. Привет тебе. А где? У мэра? Хорошо. Ну, будет какой-нибудь симпатичный новогодний бал. Да. Давай привет ему от нас. Пока. Пока. Целую. Галина Сергеевна к себе звала. Потеряла уже надежду звать. Я не могу. Новый год без снега совершенно невероятная вещь для меня. Она привыкла нормально. А я рад, что ты остаешься. Правда, я думал, со скуки думал, помру. Да, посидим, куда-нибудь потом сходим. Да с удовольствием. Ну вот, правильно. Какой вместе? Нет, Полинка у себя в клубе, ну, с Сашей, естественно. А я с Колей на дачу к друзьям. Ага, ну все, с наступающим. Целую, люблю. Сделай еще. Пока. Ой, ничего не успела. Полина? Мамуль, я открою, это Саша. Ага. Кто там? Дед Мороз. Привет, Полина. Здрасте, какой вы красивый. С наступающим. Спасибо, вас тоже. А вам не холодно без пальто? Какого пальто? Ну, вот этого, с погонами, которое. А, шинель? Да. Так она в машине. А. Пальто. Я думала так. Ну что, а... Где мама? Сейчас. Мамуль, к тебе дядя Коля пришел. Да слышу, слышу. Мамуль. Ой, ой, Коля, неужели я отучила тебя покупать эти бессмысленные дорогущие веники? Вот это дело. Пойдем, поможешь мне сумки собрать. Давай, скорей, скорей. Вот бери эту банку. Ну, а нет, да нет. О, это теперь точно Саша. Да нет, вот это с бульками. С Новым годом. Привет. Привет. Спасибо тебе тоже. И тебе, с наступающим. Спасибо большое. Мамуля, смотри, тебе какие цветы от Саши. Ой. Какие цветы, Сашенька, спасибо тебе. Вот это джентльмен. Так, сейчас я один. Здравствуйте, Николай Николаевич. С наступающим. С наступающим, студент. Ну что, я готова. Пойдем. Ребят, в общем, мы на несколько дней за город. До 3-го, да? А что до 3-го? Да как пойдет. А, ну, в общем, как пойдет. Мы тебе ее доверяем, так что смотри. Мам. Понял. Смотри, а то я тебя в армию заберу, понял? Мы тебя в армию заберем. Все, понял, понял. Ну все. Пойдем. Все. С наступающим. Наступающим. С наступающим. С наступающим. Обязательно. Пока-пока. Пока. Саш, давай быстрее, а то опоздаю. Да Саша, не опоздаю. А с тобой я еще поговорю. Москвич тоже. Хорошо, Любовь Дмитриевна. Нет, ты представляешь, решил девчонку сагитировать в Москву ехать. Ага. Чего ты на меня смотришь? В Москву говорю. Ну. Ой, что с тобой говорить? Поехали. Поехали. Ой, да, да я не в этом смысле. Да ты что, дурак? Да отстань. А что такое? Нет же никого. И с наступающим вас,
Новым годом! Ура! Здорово. Привет. С Новым годом. С наступающим. С наступающим. По-моему, тебя Дима зовут, да? Угу. Дима, есть какой-нибудь коньяк? Приличный. А вы опять в наш край? По делу? Или так? Новым годом! С наступающим! С наступающим! Будьте счастливы! Спасибо! С наступающим, друзья! О, Саня, привет! Значит так, играете до часа, и вас, ребята, потом свободны. Деньги получишь на всех 2 числа у Лены, как всегда. Здравствуйте. Привет. Пойдемте со мной. Пойдем. Да. Что вы здесь делаете? Пойдемте со мной. Что вы здесь делаете? Я прилетел к вам. Зачем? Вы не должны были здесь появляться. Чтобы провести Новый год с самой красивой девушкой в мире. Сел на самолет и прилетел. Вам нельзя было приезжать. Тем более сейчас. Почему? А потому что я все теперь про вас знаю. И вашу брошку я вам верну сегодня. Ну, брошку, которую вы мне подарили. Я вам ее сегодня верну, потому что я все про вас знаю. Нет, подождите. Я вам подарил ее от чистого сердца. И возвращать мне ее не нужно. Вы совершенно испорченный человек. Ты нас не познакомишь? А это не мой знакомый, это мистер Икс. Инкогнит. А имя есть у мистера Икс? Рома. Роман? Хм. Второй раз возле тебя вижу. Ему, наверное, уже лет 30. А, старичок, сколько тебе лет? Тридцатник есть уже? Саша, перестань. Тебе не скучно с нами, пацана? Саша, Саша. А ты кто такой вообще? Чем по жизни занимаешься? Да, все, хватит. Вообще-то сегодня Новый год. Всех поздравляю. Нужно улыбаться и радоваться. Да. Все, пойдем, Саша. А вы стойте здесь и только попробуйте отсюда отойти. Да. И скрыться от меня. Понятно? Да, я понял. Саш, ты как себя ведешь? Что он тебе сделал? А вы почему скучаете? Это же Новый год. Хотите в нашу компанию? Знаете, девчонки, я должен поговорить по телефону. Спасибо. Алло. Здорово! Здорово, здорово. Пропащая ты душа. Да. С Новым годом тебя! С Новым годом! Ты почему телефон на весь день выключил? Черт, ты неумытый! Тебя ж потеряли все! Ты где есть-то? Да, угадай с 3 раз. Голос у тебя подозрительно возбужденный, звуки какие-то знакомые. Ты что? Неужели ты в этом заснеженном сибирском городке? Ты там? Да-да-да, здесь, да-да. Ну и девушка твоей мечты с тобой, я надеюсь? Да, с ней. Ну... Только она странно себя ведет. В смысле? Не знаю откуда, но она знает, кто я. Олег! Что-то очень сердится. Олег, быть президентом банка – это какое-то преступление в ее глазах. Да? Говорит, что надо забрать брошь обратно. Ну, правильно. Мама же ей запрещает принимать дорогие подарки, потому что это неприлично. Если бы все мамы так воспитывали своих дочек. Ну, да, конечно. Ну, ладно, родной, с Новым годом тебя. Давай. Давай. Давай, пока. Олег! Иду, иду! Ну! Шампанское открывайте! Все, Сашка, пойдем. Роман, пойдемте? Куда? Со мной пойдем. Ко мне домой. А вы знаете, машину сейчас трудно будет поймать. С наступающим! Да, трудно, я поэтому... С наступающим! С наступающим! Поэтому позаботился заранее, вот поймал. А,
случайно. А машину вы что, тоже украли? Нет, почему украл? Поймал. Понятно. Проходите. Угу. Наступающим, Роман Васильевич. Наступающим. В гостиницу? Да, ну вот, куда девушка скажет, туда хорошо. И поедем. Пожалуйста, улица Тимирязева, дом 17. Тимирязевская академия. Не волнуйтесь, я наш город как свои пять пальцев знаю. Ну вот, видишь, какой профессионал. Там до Нового года осталось. Проходите. Да? Алло. Да, привет. Да нет, все нормально. Ага. Ну да, я уже дома. Угу. Да нет, так что-то голова разболелась. Ну не знаю, наверное, шампанского много выпила. Ага. Да. Саш, ну не надо. Да не, ну все нормально. Все, давай. С наступающим. Все, пока. А что это вы разделись? А, ну, как-то невежливо получается. Может, хоть чаю попьем, бутерброды? Какие бутерброды? Вы о чем? Вы, наверное, чересчур суровы ко мне. Если вас обижает подарок, который я сделал, я прошу прощения. Полина, вы очень странная девушка. Но вы мне очень нравитесь. Я специально прилетел из Москвы, чтобы встретиться с вами. А вы меня гоните. А я вас не приглашала. Ну да. А я... Водитель-то отпустил. И что? Ну и он уехал. Угу. А на улице уже никого нет. Все готовятся к Новому году, за столами сидят. Одни только милиционеры. А, милиционеры? Ну да, конечно. Милиционеры вам ни к чему. Ну да, конечно. Ну что ж, тогда пойдемте пить чай. Давайте я вам помогу. Да нет, спасибо, я сама. Будем пить чай. Вешайте сюда свое пальто. Ну, только если ненадолго. Ненадолго, не переживайте. Ну, хорошо. Вот. О, пирог. Пирог. С капустой. С капустой. Вы готовили? Нет, мам. Я вам брошку принесу. Да нет, не надо. Надо, надо. А вы что думали, я ее у себя оставлю? Вот ваша брошка. В целости и сохранности. Пожалуйста. А откуда вы узнали, кто я? Ну, вообще-то в местных новостях у нас передавали об ограблении. Сразу предположили, что налетчики приезжие. Я сначала не догадалась, а потом, когда бармен передал мне вот эту коробку, я посмотрела на ярлык и сразу поняла, кто вы. Ну что, давайте пить чай. Давайте пить чай. Пожалуйста. А почему вы не сообщили обо мне в милицию? Не знаю. Ну, вообще-то, просто не хотелось, чтобы вас поймали. Вы мне тоже понравились. Жаль. Что жаль? Что вы такой? Какой? С таким интеллигентным лицом. С такими глазами, которыми вы сейчас смотрите на меня. Такой страшный человек.
Полина, а если я изменюсь? Изменитесь. Если я завяжу с моим страшным прошлым. А это возможно? В жизни все возможно. Да. Это было бы хорошо. Господи, Новый год! У меня совсем вылетел из головы. Новый год! Я совсем забыла. Так, я беру стаканы, а вы берите шампанское. Оно вот здесь в холодильнике, возьмите. Сюда, в гостиную. Ага, иду, иду. Так. Полина. Господи. Ой, так мы же опоздали. Нет, у нас часы все время спешат. Да? Там по телевизору сейчас вот куранты. Ой. Вот. Прошу вас. Спасибо. Так. Роман, я вас поздравляю с Новым годом. И я вас. Спасибо. Я вам желаю, чтобы в этом году вы исправились и стали лучше. С Новым годом. Только если вы поможете мне. Я с удовольствием мочим. А вы проведите со мной завтрашний день. До моего отлета. А во сколько вы улетаете? Я, по-моему, 23:00. Хорошо. Только если это поможет. Точно, поможет. С Новым годом. И вас тоже. С Новым годом. Где ваши родители? А, я живу с мамой. У меня папа умер, когда мне было 4 года. Простите. Да ничего. Ваша мама готовит вкусные пироги. Я, правда, их еще не пробовал. Надеюсь. Спасибо. Она, наверное, такая же красивая, как вы. А куда мы пойдем завтра? А у нас есть в городе отличный каток. А, прямо в лесу. Каток? Да. На коньках вы любите кататься? А я не умею. У меня даже нет коньков. А там выдают. Да? Да. Здорово. Так можешь мне сходить? Нет. А давайте на «ты». Давай. Ты. Ты. Ну тогда догоняй. Подожди, подожди. Полин, Полин, подожди, подожди. Сейчас, 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 сейчас. Вот, вот. Давай, давай. Не догонишь. Ой. Прошу вас. Большое спасибо. Пожалуйста. А мне вот чайку, если можно. А мороженое есть у вас? Да, конечно, вам с наполнителем. Спасибо. Ты знаешь, у нас в городе ничего не разрушают. Даже самые старые памятники. Вот, например, у нас на площади, прямо перед мэрией, стоит памятник первым пионерам до сих пор. А площадь почему-то называется Комсомольская. Странно, да? А может, ты со мной полетишь?
Как? Ну как? Так? Просто? Я не могу. Завтра играем в баре. Ну, я думаю, что они найдут, что играть без тебя. На несколько дней всего. Туда и обратно. Ну что? Ну, может быть, ты не полетишь? А я не могу. У меня очень важная встреча. Правда, крайне важная. Просто дело жизни и смерти. Прям жизни и смерти? Да. Жизни и смерти. Да. Ну, если жизни и смерти, тогда полетели. Хорошо. Договорились, да? Договорились. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо. Здравствуйте, Роман Васильевич. Здравствуйте. Ну что, домой? Домой. Прошу вас. Рома, а он тоже на вас работал? Прошу. Как здорово! А вот это что, лампа? Ой, не трогай, не трогай! А что? Там же электричество! Ужас какой! Конечно, это же лампа! А просто похоже на струны гитары, как будто бы, да? Ёлка! А ёлка искусственная, это плохо! У нас мама каждый год стоит настоящая! Да? Из леса! Ну, у нас мама тоже наряжала настоящую всегда, но сейчас живет в Италии! Где, прям на Сицилии, где мафиози? Нет, просто в Италии! Не на Сицилии. Ну, здорово, пропащая душа. Я своих в Финляндию отправил. Ну и попраздновали тут вчера как следует. Еле до кровати добрался. Ты кофе будешь? Какой кофе? Ну, не хочешь, как говорится, как хочешь. А скажи-ка мне лучше, где твоя милая? Моя милая прилетела вместе со мной. Опа! Очень интересно. И где она? Она спит у меня дома. Вот! Ну, я же тебе говорил. Узнав, кто ты, она тут же оказалась в твоей постели. А ты, она особенная, она из другого времени. Ты мне говорил, помнишь? Да она такая и есть. Она спит в комнате для гостей. Ты не можешь себе представить, вообще все капитально запуталось. Просто капитально. Садись, я тебе все расскажу. Ну уж, расскажи, будь любезен. Mm-hmm.
Встречишь ты меня, чувствуй себя. Ну здорово, здорово. Ну а расскажи мне, как ты теперь планируешь выкручиваться из этого, а? Вот я поэтому к тебе и пришел, чтобы ты помог мне выкручиваться. То есть, она сейчас думает, что ты на некой важной встрече, от которой зависит твоя жизнь. Ну так давай продолжим эту шутку. Замечательно, а? Что ты имеешь в виду? Ты скажешь ей, что ты идешь на последнее, заключительное дело, после которого ты все завяжешь. Так. Но она непременно должна тебе помочь. И это дело просто, ну вот, жизни и смерти. Для тебя очень важно. А, вместе, да? Да. Понимаешь? Угу. А что это за дело? Ну, допустим, ночью вы заберетесь ко мне домой, откроете сейф и... Подожди, Олег, что ты говоришь-то? Ну, а чего? Ну, что ты говоришь, глупо. Ну, подожди, ну, Ром, ну, дай договориться. Ну, не, все, прекрати. Ну, да слушай. Да Рома, нет, нет. Рома, послушай. Вы заберетесь ночью ко мне домой, возьмете из сейфа некие документы, которые якобы ты должен выкрасть и якобы кому-то отдать. Ну, это идиотская идея. Ну, почему сразу идиотская? Ну, потому что это идиотская идея. Вы возьмете эти документы, поедете к тебе домой, потом я туда заявлюсь, и мы вместе посмеемся. А зачем ломать всю эту комедию? Ты же хочешь знать, как она к тебе относится, правильно? Если она согласится на это деликатное дело, значит, ты ей не безразличен. Это раз. И два. В этом сейфе будут, помимо документов, лежать деньги, какие-то Ленкины драгоценности, которые ты благородно не тронешь. И это наведет ее на мысль, что ты встал на путь истинный. Понимаешь? Вот. Мне кажется, она не пойдет на это, нет. Ну почему не пойдет? Ну, Рома! Да не, ну это глупо, нет. Ну почему глупо? Ну, мы давным-давно никого не разыгрывали. Ну, я тебя прошу. Олег. 150 лет уже мы. А твоя охрана, между прочим. Какая охрана? Вот ты причину нашел. Забудь ты про охрану. Я их отпущу до завтрашнего дня. Не будет охраны никакой. Я сам поеду в казино, встречусь там с ребятами, с Никитой, с Лёшкой. Да, и потом я заявлюсь к вам. И все. А она? А если она обидится? Знаешь что, дорогой мой, обижаться могли бы мы, потому что именно нас она ворами считает, понимаешь? Ну и в конце-то концов, должно же быть у нее чувство юмора. Это ж новогодний розыгрыш. Да ну, Олег, ну что ты говоришь? Ну что ты говоришь? Это глупо. Категорически нет. Полина. Они страшные люди, понимаешь? Угу. Страшные. Угу. Это чудовища. У них нет сердец. Нету вообще. И никогда не было. Страшные. Варвары. Если я этого не сделаю, они просто могут... Просто могут вообще. Даже страшно представить, что они могут сделать. Послушай, а ты уверен, что они от тебя вообще отстанут? Да, точно. Точно уверен. Просто ты должна мне помочь. Помочь? Важно... Просто мне некому доверять, кроме тебя. Mm. А тут, знаешь, такое дело, важно доверие. Полное доверие. Mm-hmm. Понимаю. Да. Полное доверие. И ты тот человек, кому я могу доверять. Mm. А что я должна буду делать? Ничего такого сложного не надо делать. Надо просто, понимаешь, когда я буду... Вскрывать сейф. Угу. Так. Тебе надо будет светить фонариком. И все? А знаешь, это не так просто. Ты не про.
ты светила фонариком? Да, светила. Ну, это не так, как ты светила. Это вот надо под определенным углом светить, а-а-а, понимаешь? Иначе все пропадет. Не-не, у тебя получится все. Мы потренируемся, и у тебя получится все. Да, мы пойдем на пустырь, и там будем тренироваться с фонариком. Страшные люди! Варвары! Понимаешь? Чудовища! Все просто! Страшно подумать! Хорошо. Я помогу тебе. Да? Да. Хорошо. Но только ты мне должен кое-что обещать. А что? Ты должен измениться. Вообще измениться. Ну, хорошо. Хорошо. Я изменюсь. Обещаешь? Да. Точно, обещаю. Ну, что, на пустырь идти нам, наверное, рановато? Ну да. Поэтому мы пойдем смотреть Москву. Как Москву? Ты была в Москве? Нет. Ну, тогда идем. Пойдем. Идем смотреть Москву. Пусти меня! Ну, что за дела? Дела у меня к тебе такие, что сегодня ночью мы можем хороший куш взять. Сегодня? Да! Хозяин мой, господин Постников, вдруг отпустил нас всех. Идите, мол, ребята, попразднуйте Новый год. Всех? Да, всех, всех. Да! Сам он часов в 11 поедет в казино. В казино. А в доме сейф. В нем наверняка бабки хорошие. Так. А еще его жена Елена там свои брюлики держит. А сама она с дочкой на курорт укатила. Как снять сигнализацию, я знаю. А вот с сейфом не справлюсь, поэтому к тебе пришел. Ну как? Другого шанса такого не будет. Делим все найденное. 70 на 30. Не пойдет. 50 на 50. Да я все делаю, тебе только сейф вскрыть. Я сказал, не пойдет. Там брюликов только на миллион зеленых, куш у тебя хороший будет. Слушай, 50 на 50. Ладно. Вот так вот. 60 на 40. Скотина. Что делать? Ладно. Какой тип сейфа? Е-310. Легко. Ты знаешь, я себе Москву так и представляла. Такой большой город. Здорово. А какая консерватория, да? Мне кажется, это здорово учиться в Москве в консерватории. Это, конечно, здорово. Но я там учиться не буду. Теперь это точно нельзя. А почему? Ну как, тебе же нельзя будет оставаться в Москве. А, я забыл. Я же должен ехать в Новосибирск и там начать новую жизнь. Угу. А сегодня мы провернем твое последнее дело. Да, твое первое и последнее. Да. Только я волнуюсь, что мама до сих пор ничего не знает. Я же уехала, ей ничего не сказала. Надо позвонить и успокоить ее. А если нас посадят в милицию? Ну что тогда? Никогда не сомневайся в том, что ты делаешь. Верь, и все получится. Это вот точно слова моей любимой мамы.
тебя. Спасибо. Хорошее место, да? Угу. Красиво здесь. Да. Да. Разрешите? Я надеюсь, вам все понравилось? Все хорошо, да, спасибо. Очень. Да, спасибо, Альберт. Все в порядке. Спасибо. Угу. А давай сегодня. Ой, я такая голодная. Я тоже. Здрасте. Ну что, добрый здесь день. Или наверх? Ну, не знаю. Смотри, роман с какой-то девицей. Хм, так вот из-за этой стервы он мне сорвал поездку в Сан-Мориц. Вот из-за этой гадины он меня бросил. И что он не нашел? Ну, не скажи, она хорошенькая. Что? Но не блеск. С тобой не сравнить. Вот мерзавец, а? Нет, я прям готова ее убить. Я сейчас приду. Да, mm-hmm. Хорошо. Я сейчас. Давай. Отлично. Эта гадина пошла в туалет. Ну, я ей сейчас устрою. Угу. Жди меня здесь. Угу. Так. Извиняться не надо? Мне? А за что? За то, что ты на дороге стоишь. Извините, если вам нужен повод, чтобы с кем-то поругаться, то я здесь ни при чем. Вы извините, конечно, если я вас чем-то обидела и... Ты меня? Слушай, да вот кто ты такая, чтобы меня обидеть? Вот ты меня лучше не зли, а, гадина? А ну извиняйся. Вы знаете, у вас очень нехорошая энергетика. Как правило, это возвращается. Знаете, кармический закон бумеранга. Я вам посоветую в следующий раз. Что? Что? Ах ты мне еще и советовать будешь. Ну все. Ну я, слушай, хотела как лучше. Ну все. Вот. Вот теперь все. Вот теперь тебе конец. Слушай, да у меня бокс. 3 раза в неделю в фитнес-центре. Ну вот, я же вам говорила, кармический бумеранг, а вы мне не верили. Вот гадина-то, а! Ну что, нам пора? А, да. Мы же должны ехать на пустырь. А, ну тогда поехали. Поехали. А, только можно я торт ем? Людочка! Ой, Людочка! Что? Людочка, что она с тобой сделала? Ничего. Кармический бумеранг. Что? Кармический бумеранг. Какой ужас. Рома, а нормально, что мы вот так вот вырядились, а? На, держи. Это не слишком?
Конечно. Чтобы нас не узнали. Ну, как бродячий актер. Понимаешь? Так. Тихо, тихо. Сюда. Я полез первый, потом дам тебе руку и потяну. Хорошо. Хорошо? Да, поняла. Боишься? Роман! А? Здесь дверь открыта. Как? Не знаю, открыта. Странно. Я пойду первый. Угу. Потом махну рукой, угу. И ты пойдешь за мной. Договорились? Угу. Надо верить, и все получится. Давай. Иду. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Оп. Ой, осторожно. Тихо. О, я пойду отключу сигнализацию, а ты сторожи здесь. А, хорошо. Тоже отключена. Очень странно. Что делать? Тогда я иду первым. Угу. А дальше ты знаешь. Да, я знаю. Я махну. Здравствуйте. Осторожно! Рома! Рома, осторожно! Ты что? Рома! Ты идиот! Ты говорил, там никого нет! Он меня знает, гад! Ему не жить! Рома! Рома, давай! Ой, Боже! Рома! Ну давай! Рома! Ай, да что ж ты такой? Не трогай. Кровь там. Ты молодец. Что? Надо перевязать рану. Да, сейчас. Сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас, подожди. Сейчас, минуточку. Подожди. Полина. Да? Искусственное дыхание. Сейчас. Я не дам тебе умереть. Подожди. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, сейчас. Подожди, еще призову. Господи. Сейчас что-нибудь. Что-нибудь сейчас. Алло, здорово, ну как? Алло, Олег! А? Слушай, у тебя что-то все не так здесь пошло, давай. В смысле? Вызывай милицию, у тебя грабители дома. Грабители?
Меня ранили. Как ранили? Рома, ты чего? Давай, езжай сюда быстрее. Я еду, еду. Милицию сейчас вызывай. Быстрее давай. Милицию вызывай, да. Коля! Коля! На! Давай, гони домой. Говорю я вам, это мой охранник. Второго не знаю. Понятно. Уводите задержанного. Тихо, 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 тихо. Больно. Спокойно, спокойно. Доктор, я буду жить. Жить будете. Я. Ну, ну все, уносите. О, осторожно. Ну что, Дедушка Мороз, как себя чувствуете? Поздняков. Хорошо. Ну и хорошо. Дайте посмотрим. Каким образом? Ваш охранник... Я вам объясняю. Это родственник. Ну что, надо в больницу проехать. Да. А вы? А я родственница. Родственница. Ну, помогайте. Давай, вставай. Внучка моя. Осторожно. Внучка. Снегурочка. Как-то все это... Так. До свадьбы заживет. О, до свадьбы заживет. Вот вы кого-нибудь разыгрывали? В детстве разыгрывали кого-нибудь? Вот и это розыгрыш. Отдыхайте. Спасибо. Ну? Ну как? Это-то? Да. Да это ерунда. Ерунда. Ну, конечно. Это все пустяки. Пустяки. Ой. Осторожно. Ничего-ничего, все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Ну, теперь-то ты мне расскажешь, что произошло на самом деле. Олег рассказал? Олег рассказал. Но я хочу от тебя услышать. Ну да. Если ты простишь мне эту шутку. Прощу. Прощу, потому что я люблю тебя. Мама? А, мама. Алло, мам? Да, привет. Ну вот мы в аэропорту. Объявили посадку на рейс. Да, да. В Сан-Морец. О, горные лыжи. Куда? Так вот. Привет передавай. Полина тебе передает привет. Тебе тоже. Хорошо, все. Оделись, очень тепло. Давай, приземлимся, позвоню. Целую. Пока. Почему твоя не волнуется, а? Так, подожди, не волнуется. Волнуется. Алло. Да, мамуль. Привет. Да-да-да. Нет, нет, ну мы еще в аэропорту. Нет, не вылетели. Угу. Хорошо, передам. Угу. Да, все, как приземлимся, я тебе позвоню. Все, пока, целую. А ты говорил. Внимание. По-моему, мы проведем наш медовый месяц, обложившись телефонными аппаратами. О! Наш рейс. Пойдем. Послушай, а мне кажется, что они подружатся. Ну как то? Твоя мама и моя. А, конечно, подружатся. У них же будет общее дело. Какое? Какое? Внуки? А ты что думала? Ну да, ну да. Дорогая, это же самое главное. Садовник, не даривший мне цветов, входи
Приходил в мой дом о жизни болтать. Он ничего не знал про любовь, но уверял, что умеет летать. Мой дивный Мюнхгаузен, мой несказочный барон, небылицы рассказывай, но не говори, что влюблен. То ли есть, то ли нет тебя, разобраться бы самой. Но мне так с тобой весело, болтун возлюбленный мой. По жизни на удаче окрылен он, и вечный полдень на его часах. Безумно веря в себя самого, он облака разгонял в небесах. Мой дивный Мюнхгаузен, мой несказочный барон, небылицы рассказывай, но не говори, что влюблен. То ли есть, то ли нет тебя, разобраться бы самой. Но мне так с тобой весело, болтун возлюбленный мой. Узнав, что где-то в мире есть любовь, он по морю пустился без весла. Его фантазии вишневая косточка в сердце моем проросла. Мой дивный Мюнхгаузен, мой несказочный барон, небылицы рассказывай, но не говори, что влюблен. То ли есть, то ли нет тебя, разобраться бы самой. Мне с тобой было весело.